Так, добрая ноченька. Агент Васильевич! А, что? Агент Васильевич, какого фига? Мы ведь приехали сюда вечером, я сколько спал вообще? Мы должны были поспать до утра, мы должны были проснуться с утра и пойти, как бы миссия идет же. Ну, ты проспал 25 часов. А почему вы меня не разбудили, стесняюсь спросить? А вы посмотрите на эту луну. Как я могу отвести от нее взгляд? Она так красива, она так меня манит. Я будто снова влюбился. Агент Васильевич, вы идиот. Днем не было луны. Вы должны были разбудить меня либо с утра, либо днем. Мы все просрали. Все, у нас все задание. Я теперь не знаю, что теперь. За борт прыгать, что ли? Не-не. Сейчас, погодите. Нет, все нормально. Нормально все ждут. Ну, вообще, это очень странно, что доверили спасение из земли двум мультяшным персонажам. Не, погоди. Они анекдоты там рассказывают, так что все нормально. Вы серьезно, честно? Да. То есть у нас тут важная миссия, они там анекдоты рассказывают. Вот, всегда вот так. А что делать? А я не знаю. Ну да. Наверное, нам куда-то сюда нужно идти. Не знаю, куда именно, но куда-то сюда. О, здорово, братан. Парень. О, неужели мы видим чувака с дробовиком, который не стреляет? Ну смотри, он на нас и не целился даже. Да, он просто держит рядом, чтобы если вдруг что, то... Так, он говорит нам туда отправиться. Да, и он почему-то опять говорит по-английски. Скажи базе, пусть они посылают русских. Хотя, наверное, видимо, русских жалко, поэтому они шлют американцев к нам. Не, а может мы просто такие специализированные агенты, что прям везде востребованы. Так, я взял пушку, я готов. Так, отлично. Давайте, пойдемте. О, патрончики. Ой! Патрончики где? Ну все. Вот, забирайте пачку. А то получите вода. А они выходят с кустов. Агент Васильевич, нужно побыстрее. Да. Так, я беру здесь одну пачку, забирайте две. И проходим. Оп, лежит. Лежать! Бояться! Так, все. Так, канистра тут. Где? Вот, за забором. Так, машину. Машину, думаете, машину? Так, еще возьму патроны. Давайте, Агент Васильевич. Так, выхожу. Патроны, погодите. Так. Агент Васильевич, меня тут немножко окружают. Все, я прошел. Так, отлично, все, залазим. Мне нужна ваша помощь. Нам нужно быстрее забрать. Да. Мне кажется, никак... Так, давайте я их на себя отвлекаю пока. Вы уносите и ноги, и канистру. Хорошо. Там еще есть что-нибудь? Нет. Все, только две канистры. Отлично, все, пойдемте. Пойдемте в машину. Агент Васильевич, что творится? А вы что, почему не забрали патроны? Здесь для вас специально упаковочка лежит. Я возьму. Так вы забирайте. О, отлично, сейчас пистолет. Так. Так, я выкидываю. Оп. Как же их много. Так, здесь еще есть патроны, есть что подбирайте. Мне не нужны пока. Я буду пробиваться дальше, забирать еще. Я тогда перетаскиваю к лодке. Давайте, перетаскивайте. Так. Черт. Мне кажется, они никогда не закончатся, они просто откуда-то вылазят. Поэтому я буду проходить вперед. Вперед и только вперед. А ты куда встала? Ну лежать, боец! Ай! Так, тихо. Ох. Вперед! И протащил одну канистру! Отлично, Агент Васильевич, так и ладно, я возьму тут немножко патронов и попытаюсь здесь вперед дальше пройти. Не уверен, что у меня это получится. Ну всякое может быть. Вот эта коробка, она вообще нужна, нет, интересно. Но я на всякий случай ее утараню назад. Так. Так, где-нибудь сброшу здесь. Ё-моё, как же их много-то, а здесь? Так, а тут подсу на базу. Так, у меня не так шумно и много патронов. Агент Васильевич, главное живите.
Патронов, патронов очень мало. Отлично. Тихо, тихо, ой-ой-ой-ой-ой, вот сейчас вот здесь происходит. Патронов, патронов слишком мало. У меня осталось. Там еще одна коробка. Там патроны как раз рядом с коробкой. Меня зажимают. Нет. Нет, не надо. Так, агент Василий, что делать? У меня патроны кончаются. А они здесь... Так, подождите, может быть, их как-то отвезти? Нет, я... Нет! Патроны, патроны закончились. Куда? Как нам их отвезти? Нужно что-то делать. Кулачный бой, как меня обучали. Давай, выходи сюда по одному. Нам нужно как-то пробежать вперед. Я постараюсь пробежать. Ха! Давайте, агент Васильевич, я надеюсь, у вас получится. Я тоже стараюсь. Фигово стараюсь! Нет! Так Леха! И закончилась история агента Лехи. Агент Васильевич должен был выполнить эту миссию и попытаться выжить. Но все шло не по плану. Толпы зомби окружали его. Они шли и шли, и никогда не заканчивались. Я уже до коробки, Леха! Связь с базой! Связь с базой! Алло! Алло! Агент Васильевич пытался вызвать связь, чтобы сделали реанимацию, нет, чтобы я смог подняться и уехать вместе с ним. Васильевич! Агент Васильевич, я думаю, нам нужно разработать новый план. Так, агент Леха, у меня уже разработан новый план. Нам нужно добраться сначала до самого дальнего. Да, я так и хотел первоначально, ты зачем-то решил полезть в машину. Я просто не рассчитал, я думал, там нету больше ничего, но это агентская нестандартность наша. Сначала попробовать что-то полегче, чтобы самое приятное осталось напоследок, но у нас не было патронов. Я не знаю, зачем это озвучивают, ну так, знаешь, это звучит более пафосно. А здесь точно нигде нет патронов? Здесь нет, только молоко. Так, что, сразу будем вперед пробегать? Да. Так, давайте меньше тратить, меньше убивать. Давайте, больше тратить. Забирайте патроны, вот эти все, которые здесь лежат. Да. Забрал. Так, пистолет. Патроны забирайте! Лежать, я сказал, лежать! Пойдете вперед! Пробьюсь! Как все, коробка. Вперед! Ага, вижу! Там еще вдали коробка одна! Черт! Тихо! Так! Ай-яй-яй! Давайте, агент Васильевич! Агент Васильевич, нет! Ух! А я добрался до той коробки! Ну, их слишком много, агент Василий! Нет! За Василича! Ах! Давай, иди ко мне! Иди! Сейчас я вам накидаю! Чутка не накидал. Ну, очень странно, агент Василич. Временная петля, видимо, вновь не дает нам умереть и возвращает нас в то место. Какая временная петля? Не знаю, я просто какую-то чушь придумал и все. Так, агент Леха, нам нужно обдумать более корректно наш план, так как они появляются и появляются. Ну, поэтому нам нужно бежать вперед и вперед. Проблема в том, что их слишком много на том самом повороте. И проблемы могут возникнуть, когда мы начнем добираться назад. Это аргумент. Так. Просто дело в том, что их стало гораздо меньше, когда я побежал туда в первый раз. Я мог выбраться с этой коробкой. Не, я сейчас мог выбраться тоже, но вы просто умерли. Да, я понимаю, я сейчас насчет этого всего думаю. Так, что, ну, агент Васильевич, можно предпринять, знаете что? Смотрите, что? Мы сейчас бежим, вы пойдете налево в этот... А в скорую будете там забирать, а я позабираю дальше. Так и поступи.
Так, давайте я сейчас все первые три пачки от дробовика заберу, а вы от пистолета все забирайте дальше. Хорошо, хорошо, хорошо. Мне с вы готовы? Более-менее. Да. Все, пойдемте. Вам дробовик куда более нужнее, чем... Так, не тратьте патроны. Хорошо, хорошо, я бегу максимально вперед. Так, это мои пачечки. Да, и дальше всё, еще прорываемся. Будут ваши пачечки. Все, прорываемся. Лежать! Я сказал так. Лежать! Так, все отлично! У меня все спокойно, я могу протащить спокойно канистры! Так, одну коробку несу назад сразу же. Так, давай, 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 канистры! Что они себе позволяют, а? Так, патрончики, 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 бетончики! Так, агент Васильевич, главное не умрите. Так. Не умру. Отлично, патроны. Блин. Они даже не понимают, насколько сильно тупят. О, тихо, я чуть так, а я туда же не смогу выкинуть. Так, выкидываю одну. Ну, у меня тут небольшая, прям маленькая такая заминочка. Сейчас, ладно, я попытаюсь их как-то... Они... Я не знаю, что я здесь могу попытаться сделать. Ай, больно. Меня швырнули коробкой. А. Блин, больно. Нет, нет. Агент Васильевич. А, мы даже с вами отлетели синхронно. А, проблема в следующем. Я добегаю до туда, я беру коробку, но я уже не могу назад вернуться. Потому что их слишком много. Верно? Да, и они в этом замкнутом пространстве. Такс. Как бы нам решить эту проблему? Так, мы думаем. Проблему эту нужно решить корректно. Да, можно добежать туда вместе до конца вдвоем. Там в конце получается одна коробка справа, одна слева. По крайней мере, часть зомби пойдет, допустим, налево за вами, а часть направо за мной. И мне уже будет проще выйти. А так я не могу выйти, потому что они выходят из кустов, и они не кончаются. Так, то есть, вы предлагаете так, где находится первая коробка в том районе, мне нет, надо посторожить... Нет, 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 нет. Мы когда куда? Добегаем до конца, справа есть одна коробка, одна налево есть потом. Там еще слева надо забрать. То есть вам нужно будет продвинуться налево, а мне направо. Мы, по крайней мере, между собой их как-то разэтруем. Так что берите еще патроны от пистолета, а я дробаша забирай. Да, братан, мы все это слышали, ты уже надоел нам. Вы готовы? Да. Давайте, пошли. Берет, забирайте. Забирайте первые пачки. Да блин, да что она не берется? Так, все. Все, вперед, 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 вперед. Бегу максимально быстро. Так, первые пачки я забираю. Чик-чик-чик. Все, вперед. Так, не обращай внимания на этих зомби. Так. Я двигаюсь. Вот видите, одна слева здесь. Две канистры. Да, вижу. Нам мне нужно слева вот, вот здесь как-то разэтывать все это дело. Коробочка, да, спасибо. Мне она как раз нужна. Да ё-моё! Патроны! Я их сюда! Отлично! Ай! Мне... Всё, отлично! Так. Блин, он меня чуть не задел! Так, канистры перекидываю! Всё, отлично! Я к этой всё закидываю! Всё, агент Васильевич, уходите отсюда! Нам назад сейчас, уже надо! Сейчас. Нам сейчас, назад сейчас, нужно! Сейчас. Прям сейчас надо! Они здесь бесконечно сейчас будут. Разбираемся с ними и вперед. Да, да они сзади выходят. Давайте быстрее, сзади еще есть. Они там бесконечно будут идти. Давайте на ход к себе. Блин, зажали. Сюда переманиваю, отбегаю. У меня есть план. Давайте сюда всех заведем. Пусть сюда идут.
Давайте, так, давайте. Револьвер. Как давайте. Раз сейчас везде все заряжу, блин, патронов в пистолете в обычном нет. Так, дробовик. Так, да, давайте нету. Сюда правее стоять. Давайте. Так, что, давайте, зомбаки. Так, отойдите. Так. Все. Долбаные зомбаки. Давайте, я кружу между вами. Я пчелка. Отлично, Дед Васильевич. Я их сдерживаю. Так, вы коробки перетаскивайте. Я их сдержу. Не волнуйтесь за меня. Хорошо, не зря меня готовили к агентской, в агентской школе. Их как мне, их очень мало там, так что я их сдержу тут. Я смогу. Так, вы можете давайте уже сюда. Назад проходить, нам осталось остатки вынести, в принципе, и все. Хорошо, я бегу. Ага, вот, патроны, жалко, что я забыл для пистолета взять, ну да ладно. Так, коробка. Я несу коробку. Все. Отлично. Давайте, агент Васильевич. Так, у нас еще там две канистры есть. Я пока здесь могу, их оттуда буду отстрекать. Я патроны хорошо, на пистолет хорошо. Возьму. Перетаскивайте так. Все. Я их не буду просто ближе подпускать. Хорошо. Так, собаки, давайте ко мне. Я вас трогать не буду, поверьте. Мне не нужно, чтобы вас было гораздо больше. Так, а их слишком много уже за той частью. Так, канистра. Здесь коробка еще у вас по пути будет. С этими, надеюсь, справитесь. Я сейчас попытаюсь задержать. В одиночку? Так, патроны. Блин, их слишком много. Так, заряжаюсь. Так, пробегаю. Пробегаю. Отлично, Дед Васильевич. Я вам через верх сейчас перекину. Я скинул канистры через верх. Хорошо. Агент Васильевич. Осталось перетащить только три канистры. С вами было отлично работать. Не надо. Нет! Давайте, агент Васильевич, у вас получится. Там две канистры у вас прям по пути лежат. Вижу. Вижу. Давайте, агент Васильевич. Пробегаю. Я сделаю все, чтобы спасти Леху. Осталось последняя канистра, агент Васильевич. Если что, база заберет меня, вам главное нужно эвакуироваться и все. Вас спасут, вас реанимируют, я уверен. Давайте, главное, живите, агент Васильевич. Нет. Агент Васильевич провалил свое задание. Вот если бы меня сейчас реально в самом конце бы не зажали, все бы вообще идеально бы получилось. Это если я канистру уже перекинул, но меня в углу зажали, я вылезти не смог. Вот прям чуть-чуть, если бы я смог перепрыгнуть, и все, и мы бы прошли. Агент Васильевич. Леха, кто у вас вселился? Я не знаю, какой-то левый голос периодически указывает мне, что делать, он мне надоел. Слушайте, у меня есть... Я могу включить свою рассудительную личность, и она нам поможет. Если действовать по логике вещей, мы все прекрасно сделали. Проблема была в том, что мы были некими жертвами обстоятельств, той или иной степени, поэтому нам остается лишь... просто пытаться меньше зажиматься. Ты думаешь, агент Васильевич, какого фига только что было? Агент Васильевич, что это было? Да что? Вы что делаете? Ох уж этот мир! Боже, мы даже игру не успели начать. Какую игру? Вы думаете, это игра? Вы думаете, это какие-то шутки? Какие шутки, Лёха, что вы творите сейчас? Агент Васильевич, почему вы переживаете 6 попаданий с дробовика в голову, а зомби убивает вас с 2 ударов? Это какая-то дичь. Потому что зомби знает мою слабость. Я так, самая большая проблема с левой коробкой, потому что ее нельзя с правой, ее нельзя через забор перекинуть, остальные можно. Да, поэтому мы действуем по той же тактике, да. Я их приманиваю и кружу в левой части. Хорошо. Пока мы разбираемся с канистрами. Все. Пойдемте. Все, замолчи. Все, вперед. Вперед. Замечательно.
О, а здесь тоже патроны были дробовик, а вот тут на пистолет я возьму, потому что иногда вот прям нужно. Вот тут на пистолет есть, агент Васильевич. Да, вижу. Собираю. Так, отлично, агент Васильевич. Я их кружу. Кружу. Да ё-моё, патроны. Отлично, агент Васильевич, кружите. Я сейчас перекину все через забор. Я к скорой все перекину. Хорошо. Так. Давайте сюда. Все, агент Васильевич, нам нужно начинать отсюда выбираться. Погодите, вы... Давайте, я сейчас приманиваю их. Давайте направо сюда их заводим. Так, да, вот от этого надо избавиться, потому что он слишком много проблем. Так, я их заманю, вы двигайтесь. Сейчас они подойдут ко мне. Правее, стоим пока. Давайте, сейчас, скоро. Блин, это какая-то дичь, агент Васильевич, мне кажется, мы сами себе смертный договор подписываем. Не волнуйтесь, я отвлекаю. Давайте сюда, зомбаки! Давайте, агент Васильевич, выходим! Это наш шанс! Не волнуйтесь, агент Лёха! У меня все схвачено! Я рассчитал! Все отлично, выходим, агент Васильевич! Все, сейчас выбегу! Откроется пробоина! Пробоина открылась! Бегу! Так, скидываю канистры! Я не повторю прошлые ошибки! Ай! Ой-ой-ой-ой, больно же! Давайте, агент Васильевич, все быстрее выносим. Давайте. У нас получится. Ох уж эти зомбаки, как они надоели. Так, я сюда поднесу хотя бы для начала. Давайте, проходите. Главное сюда хотя бы дотащить, потому да, что... Да. Так, дробовик, оттуда руки? Все забрали? Так, канистры начинаю нести. Давайте. Так, вот эту канистру нужно поближе. Я вам буду перетаскивать, а вы до конца перетаскиваете, пока волна идет. Да, так мы и сделаем. Все. Долбаные собаки, как я вас ненавижу, вы уже меня... Ай! Извините, агент Васильевич, я был напуган. Все в порядке. Все нормально. Так, чуть меня не прилетело. Так, я дотащу. Так, я дотащу. Надеюсь, это последнее. Да, давайте, выносим, все. Выносим. Все, 4 канистры, 2 коробки. Так. Так, отлично. Они потерялись, они не знают, где мы. Отлично, мы справились. Отлично, агент Васильевич. Будет, конечно, очень плохо, если надо было что-то еще забрать. Надеюсь, ничего больше не так, надо все, будет забирать. Отлично. Да, давайте, на корабль все несем, все отлично. Мы несем все на корабль. Такс. Nice start, only 5 more to go. Такс. А зачем мы вообще таскаем эти коробки? Видимо, там что? Видимо, у нас топливо закончилось. А в коробках что, еда? Видимо, припасы. Ну, вполне вероятно. Это имеет смысл. Но мы справились. Мы успешно справились с заданием. Осталось 2 канистры. Да. Давайте, агент Васильевич. Притом я не потратил ни одной пули в револьвере и в дробовике. Я, кстати, в револьвере тоже не потратил пистолет. О, да! Да, детка, мы сделали это! Мы сделали! Притом, план был просто рассчитан наперед! Да, идеально! Я просто все успел через заборы перекинуть, прям и идеально все получилось! Блин, я до последнего сомневался, что, может быть, мы оставили одну коробочку. А, как говорится, потому что мы братство. Стоп, откуда эта мода пошла на братство? Я... Не знаю, Васильич. Доброе утро, агент. Братство. Мне кажется, просто наш корабль затонул. Ну вот, в общем-то, как всегда. Ну да, вот так вечно бывает, да, живешь вроде, пытаешься что-то сделать, и в конце что? Так, я вот думаю, тут может быть много зомби, но... это закрытое помещение, и они не могут появляться, так? Ну, да, вы все верно говорите, агент Васильевич. Стоп, что? Стоп. Филадельфия, внимание. 4:45 утра. Время. Мы 6,5 часов плыли.
Обалдеть. Как он без захватил. Так если бы мы не доплыли, где-то посреди океана остались, и все, и миссия провалена. Тут, видимо, с крышей что-то. Могли хоть картон какой-нибудь накрыть. Ну да. Так, и что у нас здесь? А, у нас здесь, я смотрю, развлекухи опять. Так, а эта дверь открывается? Вот, тут тоже пару парней. Три веселых друга. Блин, могли хоть патроны здесь оставить, что ли? Молоко. Нафига мне их молоко? Василич, главное, не пускайте патроны в молоко. А, вы уж всех перебили. Отлично, агент Василич. Отличная работа. Я знаю. Кто нам так постоянно оружие дверь оставляет, интересно? Опа. Давайте. А, давайте, нет, вы не хотите. Так, у меня осталось 2 патрона в этом, 4 в этом и в дробаше 6. Итого 12 патронов. У меня осталось 5 патронов в дробовике, 2 в револьвере и 1 в пистолете. Я думаю, надо хорошо, дробовик сел. Стрелить. Отлично, патроны в пистолете закончились. Так. Ё-моё. О, отлично, патроны есть хоть на пистолет. Упаковку вам, упаковку мне. Всё по старой тактике. Так. Фу, шикарно. Как же всё-таки здесь периодически страшновато. Так, бежим. Побежали, побежали, Ген Васильевич. О, патроны, патроны, патроны. По пачке. Так, так, так. Проходим, 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 агент Васильевич. Бегу, бегу. Извините, я тут через вас перепрыгну. Тут какой-то бомж лежал, походу. Забегаем, забегаем быстрее вперед и двери забегаем, за собой забегаем. Закрываем. Да, да, да. Все правильно. Да, фиг с ними, пусть, пусть валяются. Пойдем, пойдемте они дальше. Оживают. Да пойдемте дальше, мы дверь закроем и все, и все будет отлично. Товарищи! О, здорово, братан. What are you looking for here? They're all gone. I just saw the helicopters take off. Какого фига он опять говорит по-английски? Братан, мы тебя не понимаем. This is it. They're probably. А ты патроны не мог привезти с собой? Да, действительно, здесь 3 машины и все машины без патронов. Ну, что творится-то? Слушай, он веселый. Тебя как Петя зовут? Ну, не под глазами прям видишь все это. А может его зовут... Антонио? Антонио, он похож, да, реально на Антонио. Антонио, слушай! Чё-то как-то подозрительно все. Так, ладно, патронов пока достаточно. Я сказал лежать! Один справа. Я надеюсь, вы его заберете. Да, да, ты чё такой живучий-то? Блин, у меня там патронов нет. Слева двое еще. Одним выстрелом. Он вышел, видел, он видел, в конце вышел и начал танцевать. Лежать! Лежать, боятся. Мы сказали лежать! Вообще ничего да. Не слушаются, вообще агентов. А причем здесь... Они не боятся агентов. Так, стойте, нам нужно что-то, наверное, скинуть. Например... Я скину револьвер. А я скину пистолет. Так, так. Сколько здесь? Раз, два, три, шесть, 10. По 5 штук нарыло. Зря вы револьвер скинули. 4, 5. Не-не-не. Просто всё здесь рассчитано. Посмотрите, сколько патронов. А, смотрите, смотрите, тут на дробовик еще по 2 пачки. Там в этом, в коробке на револьвер патроны. Вы можете обычный пистолет скинуть. Хм, кстати, действительно. И тут еще на автомат по ящику. Блин, а чё мы дверь-то не закрыли? Давай, иди сюда! Сейчас я ему накидаю! Блин. Я боюсь за вашу жизнь. Так, здесь можете упаковку полностью забирать, одну коробку. Подожди, это патроны на пистолет, что ли, были? На обычный, ну да. Это на обычный пистолет здесь стоп, патроны. Стоп, мы можем вернуться просто, если вдруг что. Ну, в так, принципе, смотрите, да. Тут какое-то биологическое оружие. HV-304. Ну, хорошо, что не... Бежим. Оп-оп-оп-оп, Василий, где вас обучали? Как-то очень странно все. Ну да ладно. Ну
Ну давай устроим им. Как думаете, агент Васильевич, мы сможем их всех перебить? Сможем, сможем. Конечно, потому что мы братство. А братство друг за друга. Что они себе позволяют? Агент Васильевич, это у вас в плеере заиграла музыка? Извините, выключил. Ой, включил случайно. Выключите, ну, револьвер. Так, возьму какой автомат наверх. Так, револьвер в руки. И погнали. Ну давайте. Главное, что патронов хватило. Почему? У нас там еще патроны на пистолет. Доброе утречко! Че, скучали, полехи? Скучали? Агент Васильевич, они обходят нас сзади. Нужно быстрее пробираться вперед. Ё-моё! Чего здесь? Жалко, что у нас нет гранат. Так, автомат перезаряжаем. Можно прорваться, мы сможем. Сможем, нет, конечно, нет, Васильевич, конечно, мы сможем. Кстати, идут ножи, они тормозят. Так, патроны в автомате закончились. Все, вперед. Так, у меня автомат. Есть еще целая толпа. Нам нужно перевалить эту толпу как. Так, не стойте под свинцом. Отлично, Агент Васильевич, давайте продолжаем действовать. Тихо. Так, патронов все меньше и меньше. Давайте продвигаемся вперед. Продвигаемся. Дробовики еще хорошие. У меня последний патрон в дробовике. Так, агент Васильевич, мои патроны практически на исходе. Давайте, я уже вижу корабль. Я уже вижу, как мы с вами в Гавайях будем. Давайте. Так. Ай-яй-яй! Нет! Агент Васильевич, у вас обязательно должно получиться. У меня получится. Лёха в меня верит. Давайте, агент Долбанные Васильевич. Долбанные патроны. Нет. Я живым не сдамся! Давайте, агент Васильевич! Нет! Агент Леха, мы допустили какую-то ошибку. Да, агент Васильевич. Я предлагаю сейчас в этот раз, знаете, как сделаем? Как? Мы когда дойдем до всей этой фигни... Допустим, кто-то из нас забирает все патроны для пистолета, а кто-то все патроны для револьвера. Согласен. Полностью согласен. И все, и нам вот у меня просто патронов всего 6 оставалось. Я думал, смогу пробежать, но чуть так, не смог. Лево вперед. Налево там спереди ничего нету. Вот это мощь! Вот да это вообще. Точность! Не зря вы были самым точным, а я был самым умным. Нет, Агент Васильевич, вы были самый красивый. О, мои усы сыграли свою роль. Да. В жизни этого, блин, промазали. Вы поаккуратней с такими. Ну, у меня с патронами все плохо просто. Так, здесь, по-моему, сейчас так. Патроны будут, насколько я помню. Так, аккуратно! Все. Так, все, мои патроны на нуле. Сейчас нужно будет резко, по-моему, выбегать и быстрее за боеприпасы. А, нет, не сейчас. Вот, по-моему, сейчас. Да. Так, пойдемте по коробочке забираем. Тут больше нигде, надеюсь, нет патронов случайно. Нету. Так, агент Васильевич, у вас все нормально, вы проходите? Да. Я прохожу. Они как раз на вас немножечко ополчились, я смог пройти. Давайте, спасибо. Проходите. Проходим вперед. Дверь закрываем здесь. Все, закрываем. Все, отлично, дверь закрыл. Да, иди ты нафиг, мы с тобой общались. Антонио, дайте патроны. А, не ж дальше. We are fucked.
This is it. They're probably gonna bring the news. Look! This is all out. That's right. This is it. Так, трубы, револьвер возьми. А, точно, мы же взяли там патроны на дробовик. А, ну тогда сейчас нормально будет. Мешать! Да как они так проходят-то только? Так, ладно, а почему агент Антонио не пошел с нами? Он что, настолько ценный? Сыт? Да, по-любому сыт. Лежать! На Лёху! Никто не смеет нападать! Слышали меня? Отлично, агент Васильевич. Jesus Christ, I just realized. You're on the east. Так, сейчас я сразу так проверю, для пистолета это или нет. Да, это для пистолета. Я тогда вот эти все забираю. А вы забираете на револьвер, револьвер все. Да? Да. Хорошо, так... Револьвер выкидываю, беру автомат, так, берем по 5 упаковок. Выкидываю. Раз, два, три, так, дробовик, 4, тут еще две пачечки. 5. Так, вот это, раз, два, три, четыре, пять. Так, ага. И для револьвера. Раз, так, да, забирайся. Патронов более чем... Гранаты! Достаточно. Гранаты? Серьезно? Серьезно? Здесь все это время были гранаты? Да. Ты ведь понимаешь, что мы в том... Бери гранаты все! Бери гранаты. Думаешь? Все. Хорошо. Да. Ох, мы там устроим. Ох, как мы... Так, а чё? А чё я не могу взять патроны? Почему не можешь? А, вот, всё. Берётся. Отлично. Так, сколько у вас так патронов на револьвере? Так, на револьвере, если не считать основные их 6, 42. 42, на дробовике 47. Так, на автомате 225. Так, у меня всё, тоже 225 прекрасно. На автомате. Все нормально, сейчас теперь у нас все получится. Да, у нас гранаты есть. Гранаты. Да когда на корабле будем гранаты? Я думаю, лучше на том повороте, где их будет слишком много. А потом, может быть, на выходе вторую. Здесь мы сейчас пока пройдем, а там, где будет поворот этот жесткий, где их прям вообще буран будет. Хорошо. Давайте, один Васильевич. Музыка нам поможет. Музыка нас связала. Все, вперед! Прорываемся! Револьвер в руки! Так. Все-таки у меня еще осталась моя точность! Отлично, Дед Васильевич! Хорошо, что у вас осталась точность! Так, перезаряжаюсь. Перезаряжайтесь. Так, ты немножечко сзади нас прикрыл. Да не потратьте патрон на задних, там нужно вперед продвигаться. Все, давайте. Все, прорываемся. Вот самый злосчастный поворот. Нет, это не тот еще поворот. А, ну сейчас он будет, да? Так, беру автомат в руки. Прикрываю. Отлично. Проходим дальше. Вперед. Так, аккуратно, свинец. Да, свинец — это такое дело. Вообще шикарно, Агент Васильевич, все идет. Да. Только их тут немножко многовато. Может быть, сюда. Ладно, дождусь того. Давайте, наверное, сюда все-таки. Отлично. Так, проходим вперед. Да. Шикарно. Нам осталось только выйти здесь и все. Оценивайте мощь агентов! Агент Васильевич, у нас сейчас получится! А нет, прорываемся. Ну что, нет! Нет! Нет, я агент прорываюсь! Агент Васильевич, у вас получится! Не реанимируй! Давайте, агент Васильевич!
Вперед! Есть! Отлично, агент Васильевич! Ух! Агент Васильевич, вы молодец! Так, я откачиваю вас! Я откачиваю вас! Искусственное дыхание! Братское искусственное дыхание! О, блин, ты меня чё, в смысле, поцеловал сейчас, что ли? Чё за фигня? Нет, это был не поцелуй, это было братство! Братство! Спасать тебя! Ух, братство! Не, конечно, я зря так поторопился. Что за фигня? Почему пять утра? Агент Васильевич, у нас бензин закончился. Пришло слишком много бензина в меня вливать, чтобы я ожил. Лицо практически как машина. Где мы? Не знаю, где-то посреди моря. Посмотрите, какая прекрасная луна. Ой! Ё-моё. Тун-турун-турун-турун. Где мы? Не знаю. Ты кто? А ты, а вы кто? Вы кто вообще, ребята? Вы кто такие? Здорово, ребят. Чё как сами? И почему они все мертвые? Я тут живой стоит, смотрит на них. Ок. The Matrix. Вот такие вот дела. Мне кажется, так, что пришло время. Позвать кого? Создателя? Реаниматора. Создатель? Позвать. Реаниматора пришло время позвать. Реаниматор! 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 Итак, привет, уважаемые друзья подписчики, с вами, как всегда, был я, Лёха Смертник и Максимус Чанел, причем я дважды затупил в самом конце и из-за этого умер. Нужно было чуть-чуть попытаться, но меня зажали, не рассчитал. Все, ребят, мы досняли эвакуацию, следующие ролики уже будут по другим картам у нас. Ребята, если вам нравятся наши ролики, не забудьте подписаться на канал Maximus Channel. Ссылочку вы найдете в описании. Ссылочку вы найдете в закрепленном комментарии. Он снимает крутые теории. На этом цикл, по крайней мере, агентов в бегах закончился. Может быть, будут какие-то другие агенты и так далее на других картах. Что-то в этом роде. Все, ребят, ставим лайк. Ставим лайк этому ролику. Подписываемся на мой канал. Подписываемся на канал Васильевича. Пишем комментарии, если вам нравится. Я просто хотел упомянуть самую важную вещь, что мы уже играли в эту карту, и вы просили нас перепройти со специальным режимом под названием Co-op Game Mode. Да, потому что первый раз мы неправильно проходили ее, и в этот раз вот. Агент Василий спас всю ситуацию, он смог добежать до корабля и вытащил победу в последний момент. А мне, как обычно, в последний момент зажали, хотя можно было еще убить парочку, и все было бы замечательно. И, ребят, у меня должна была стоять немножечко другая моделька, но что-то у нас пошло не так. Но это секрет. Пока что. Надеюсь, потом будет что показать и рассказать. Да, я тоже на это надеюсь, что у нас когда-нибудь получится все это дело вырубить. Все, ребят, на этом все. Это были агенты в бегах. Угу. И это было... Шоу Хриплых! Все, всем пока. Увидимся. Меня соседи ненавидят. Агентов тебя ждут тоже. Новые дела. Опа, левый коронный, правый похоронный, оп. Оп, давай, иди сюда, давай, сейчас один на один разберемся. Закончим наше дело. Смотри, с правой, с левой. Опа. Давай. Опа, все. Нет. Спишь. Сплю. Новые приключения ждут вас! Удачи! Удачи!